онлайн и привет тем, кто смотрит запись. У нас сегодня итоговая планерка, да, мы с вами подводим итоги каталога номер 3 и говорим о том, что важно и нужно сделать в каталоге номер 4, потому что у нас уже началась первая неделя каталога, и в эту первую неделю важно сделать несколько нужных вещей. Да, Валентин, рада вас видеть онлайн. Это очень-очень приятно. Итак, что у нас получилось? Вы знаете, каждый раз подвожу итоги и горжусь тем, что мы с вами являемся партнерами, что вы все такие зажигательные, такие активные, такие работяжки, которые достигают, ставят свои цели, достигают их. И регулярно-регулярно показываете результаты, которым стоит удивляться и действительно есть чем гордиться. Итак, мы заработали за прошлый каталог 111, почти 112 тысяч рублей, это круто. И сейчас уже, несмотря на то, что у нас заканчиваются первые сутки работы каталога, у нас уже есть 3,5 тысячи баллов на всю нашу команду. Еще раз повторюсь, да, для тех, кто смотрит эти планерки и, может быть, еще до сих пор не знает, что это доходы наших не отделившихся директорских групп, то есть, как бы, Лена Колесникова уже свой отчет сама ведет, и в этот отчет, конечно, я ее доходы ее команды, ее партнеров не включаю. И это очень круто, когда можно построить свой собственный бизнес и получать доходы вне зависимости от того, где ты находишься, чем ты занимаешься. Я всем желаю достичь такого профессионализма, такого состава команды, когда у вас уже есть доходы просто за то, что вы работали до этого определенное количество времени. Все в сумме нашей персональной группы 11430 баллов наделали, да, сделали заказы. И wellness у нас составил 14% по всем группам, в среднем 1600 баллов у нас из них wellness. Кстати, wellness — это очень хорошая тема для выздоровления, для поддержания своего иммунитета, которая позволяет нам сохранять бодрость и активность. 4 человека у нас получили бьюти-кейсы, и остался один шажочек до телефонов, осталось заработать трендовые часики, и уже будет ура-ура, 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 будет телефон Samsung, смартфон Samsung. Аплодисменты всем, кто участвовал. Еще одна цифра, мы с вами увеличились по количеству 50-бальников, у нас уже целых 100 человек получит шикарнейшую сумочку за 199 рублей. Кто-то ее уже заказал, а кто-то еще только будет заказывать. Советую поторопиться для того, чтобы обязательно форсить с этой сумочкой по улицам ваших городов. Ну и, конечно же, по персональным группам. У меня в персональной группе 4 премьер-клубовца больше 150 баллов, которые сделали, и один премьер-клубовец, которого мы в этом каталоге уже ждем в золотом премьер-клубе, а лучше сразу в платиновом. Это Лариса, которая берет wellness, любовь, которая делает красивым всю свою работу и все свое окружение, и Абакирова Айгуль, которая тоже собирает заказы на работе. Все реально, все возможно на самом деле. Мы любим wellness. Вот Айгуль на пробу заказала пэк в этот раз. Ждем твои отзывы, Айгуль. А Лариса берет пэк себе, сыну и коктейль для себя. Ей он очень нравится. Первый шаг у нас прошли 3 новичка. Это Тамара, Людмила и Екатерина. И в этом каталоге их ждут сумочки и туалетная вода Эклад. Антонина у нас прошла 4-й шаг стартовой программы, то есть получает замечательный wellness pack. Уже мы с ней разместили заказ. На самом деле это круто, и эти люди как раз-таки доказывают еще раз вот эту
мотивашку, да, о том, что думаешь, что и получаешь. Нам сегодня Катя, да, дарила картинку на эту тему, которая реально подтверждает эти слова. А персональная группа Дениса также активно поработала. У нас Катюша Трофимова в этот раз сделала 272 балла. Умничка, молодец. Поздравляем тебя, ты вошла в платиновый премьер-клуб. Лена 250 баллов сделала тоже в платиновом премьер-клубе. Людмила Мирзонова радует своих знакомых на работе. 160 баллов заработала. И есть те, кто чуть-чуть не дошел до золотого премьер-клуба, но мы вас, конечно же, ждем. Возвращайтесь, девчонки. Алена, Вера, уверена, что все получится. Потому что в премьер-клубе быть выгодно, в премьер-клубе быть здорово. Можно получать доходы, можно получать скидки и брать крутые вещи. Кстати, в этом каталоге я надумала себе взять этот крутой ремень, который все рекламируют, который подходит к любым сумкам. Он такой офигенный, классный, яркий. Я его планирую взять за полцены себе. Вот, наверное, в среду я его получу. Жду не дождусь, когда он у меня будет. Вот они наши wellness-лидеры. Все берут разные вещи на самом деле. Некоторые берут батончики, некоторые коктейли, некоторые пэки. Ну, во всяком случае, нас объединяет одно, что мы любим продукцию Wellness и с радостью покупаем ее. Ну и, конечно же, наша команда передовики, Людмила, Ефимова, Валентина и девчонки. Что же у них получилось в этом каталоге? Ну, получилось вообще по цифрам очень крутая работа. Мы вас поздравляем и смотрим с удовольствием на ваши результаты. Валентина, мы вас отдельно поздравляем за дважды платиновый премьер-клуб, да, 563 балла, это вообще крутота. Людмила, 347, Татьяна, 349, Марина, 319, Елена, 266, это круто, это здорово, вообще большие молодцы. Ваши достижения достойны восхищения, аплодисментов. Новый участник премьер-клуба и новый спонсор – это Кривицкая Любовь. Мы ее тоже поздравляем. Она с такой вот звездочкой замечательной сфотографирована у нас здесь. Владимир, Надежда, Рима, Ирина, Рамиля, Светлана. Мы вас тоже поздравляем. Все-все-все большие молодцы. Это еще не все, да, 150-бальников у нас много, еще одна Елена, Наталья, Татьяна, Светлана, Надежда, Елена. Прям гордость берет, что столько у вас за вашу команду, вы такие дружные, все такие молодцы, и чай пьете, и отдыхаете вместе, и еще и работаете. Это очень здорово, получаете свои, конечно же, свои бонусы за работу, такую вот легкую, интересную, но тем не менее работу. По акции «Решайся быть» еще раз, да, аплодисменты Людмиле и Рамиле, все большие умнички. Заработали кейсик, остались часики, да, часики и телефончик будет. А на акцию «Турборостена» зашли две девушки красивые, Любовь и Рамиля. А еще один каталожик, и у вас будет, конечно же, у вас будет замечательный бонус 1500 рублей. Сумочки заработали 67 консультантов в команде у Людмилы, это круто. Желаем всем сумочки эти получить. Wellness пользователей тоже много, это классно. Первый шаг, посмотрите только, сколько людей, да, в этом шаге. Все получили эклаты, все получили туши, смягчающие средства. Это здорово. Рима второй шаг прошла, стартовая программа, тоже умничка. Диана третий, вышла на 6%, мы ее поздравляем. И новые уровни, у нас их много, и мы желаем, да, двигаться по такой вот лесенке. С еврами, да, с еврами по лесенке двигаться, 6%-ников, вот она, Карпеева Диана у нас. И еще определенное количество людей, да,
сколько тут? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 шестипроцентников. Счастливое число. 9-процентники новые с отрывом вышедшие. Это Любовь, Рамиля и еще партнеры, которые могут реально получать доходы от своих, своего местоположения в проекте. На самом деле важно не сомневаться, потому что мы из-за сомнения даже не можем попробовать что-то сделать для того, чтобы получить необходимый результат. Ну и, конечно же, четвертый каталог нас уже вовсю ждет распростертыми объятиями, такой красивый, яркий, такое небесно-голубое небо, да, на этом каталоге нарисовано. Ну и важно, конечно, что сделать? Во-первых, сделать свой личный объем. Это очень легко и просто, элементарно даже на продуктах для здоровья сделать. Зарабатываем часы. И мы и предлагаем всем знакомым привести своих родственников для того, чтобы эти часики заработать. Рассказываем про программу «Турборост». Ежедневно пополняем свою команду по тому плану, который мы с вами разбирали сегодня на планерке. Сегодня в видео я выкладывала в наши чаты для того, чтобы понять, как же расти, важно просто делать. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что у нас работает акция «Поймай волну успеха», которая продолжается, и мы ждем в премьер-клубе тех, кто хочет в ней поучаствовать. Напоминаю, что все партнеры, которые серьезно относятся к своему бизнесу, делают свои заказы в первые дни работы каталога. Я свой заказ на 250 баллов уже отправила и жду, когда он в среду придет. Сейчас буду еще доделывать один заказик, потому что у меня есть еще заказ. Вот после всех вебинаров я этим и займусь. Я горжусь тем, что мы с вами вместе делаем такие невероятные результаты. Я желаю, чтобы четвертый каталог подарил нам с вами очень хороший бак, очень классных людей в команды, потому что то, что праздники кончились, это значит, что люди вернулись к своим привычным обязанностям, к своему привычному укладу жизни и обязательно захотят с нами поговорить о деньгах, которые подрастратили за праздники и которые хочется им, конечно же, подзаработать обратно. На этом я заканчиваю наш поздравительный обзор итогов каталога. Я вас призываю действительно делать то, что вы не делали вчера, что вы имеете завтра, то, что вы не имеете сегодня. Это самое важное самонаправление, которое мы себе задаем для того, чтобы получить необходимые результаты. Ну и о новостях нашего проекта вы узнаете из итогового вебинара. Скажу только о том, что лично мы с Денисом приглашаем в воскресенье в 12 часов тех, кто живет в Оренбурге, смотрит мои планерки. Приглашаем вас в гости к нам на «Меняйся» встречу, то есть когда можно будет принести какой-нибудь свой один аксессуарчик и поменять его на другой аксессуар, который принесет какой-нибудь другой гость. И мы там попьем чай, пообщаемся и, конечно же, приятно проведем время. В 12 часов мы здесь, у нас дома, вот в такой красивой обстановке, будем вас ждать и приглашаем. Ну, а еще одно мега крутое мероприятие, которое пройдет в субботу, анонсирует Татьяна на запуске, точнее, на итогах каталога номер 3, уже общекомандные. Так что не переключайтесь. Приходите снова, через полчасика вы все узнаете. Всем пока-пока!